тебе. Привет. Высоко ты забрался. Зато сюда даже Сашкин снежок не долетит. А ты что, за моей старушкой явился? Нет, я ни за кем. А, она каждый день говорит, что скоро ангел ее заберет. Видно, другой прилетит. А ты сюда зачем? Да так, отдохнуть присел. Парнишку одного в вашем городе, от него же самого спасал. Ох, и трудная эта работа. Теперь домой лечу. Так ты это, и от болезни можешь? Смотря какая болезнь, но много я могу, хранитель я. Так чего ж ты тут расселся? А ну пошли! Спит, ослабла она сильно. Я, наверное, останусь пока у вас, пока Михайловна не встанет. Вот ты спрашивал, зачем я так высоко залез? Выходит, тебя ждал. Носки тебе связать надо. Что ж ты босиком-то по снегу?